Здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно вас здесь видеть. Тут можно сразу посчитать всех людей, у кого есть зонтики, да? Кто не боится дождя прийти к нам. Спасибо вам большое, что вы к нам сегодня пришли. Мы сегодня что-то поиграем новое, обязательно поиграем что-то старое, и надеюсь, все получим удовольствие. Начнем мы... Тут такая история. Как-то так получилось, что мне пришло письмо тут из штата Техас. Сказали, что почему-то вот эта песня у них там стала большим хитом. Там, оказывается, у них есть какой-то фестиваль, на котором они вешают различных артистов, которым им интересно. И вот следующий, вот композиция, которую мы обычно всегда играем первой, почему-то так получилось, что она там сейчас пользуется большой популярностью. Так что мы рады вам ее представить.
Сейчас мы хотели бы для вас сыграть композицию, можно сказать, новую. Я ее как-то играл много лет назад. Называется «Prophecy». Может, под исполнение это будет пример. Так что с примера вас. Наше мировоззрение, наше понимание, наше отношение к делу.
Есть такой замечательный коллектив, он называется Next Collective. И там собраны так называемые молодые львы джаза. И они делают одну прекрасную вещь, которую я очень люблю. Я очень люблю, и не знаю, почему я это не делаю. Наверное, сам себя сдерживаю, иначе туда, если пойти, то это невозможно. Они делают кавера на различные песни. Поп-песни, соул-песни. И сейчас мы сыграем для вас композицию, которая называется «Африка», которую написал Д'Анджело. Человек, который сидел в тюрьме, потом какое-то время считал себя очень красивым. Вот. А потом растолстел, потом похудел, и сейчас заново пытается вернуться на сцену. Если вы будете где-нибудь в Европе и увидите концерт под названием Д'Анджело, идите туда, потому что он прародитель такого стиля, как Neo Soul. Короче, сейчас вопрос не об этом, а вопрос в том, что мы сейчас играем композицию под названием «Африка». Thank you.
Лев Трофимов. Thank you.
Я воспользуюсь случаем, расскажу о том, что он недавно сделал. Все, наверное, знают группу «Корни», да? Вот, и все помнят такого мальчика там. Ну, в то время он был мальчик, сейчас он уже мужчина, такой кучерявый, наверное, самый запоминающийся, который пел «Я теряю корни». Его зовут Павел Артемьев. А вот, никогда не ожидал, что я буду это говорить, то я скажу. Антон, он играет с этим молодым человеком. И Антон спродюсировал пластинку для этого молодого человека, который пишет прекрасные, на самом деле, стихи и музыку. Так вот, неделю я уже слушаю эту пластинку в машине. Она называется «Артемьев». Если у вас будет время просто поискать в интернете, в iTunes она продается. Это здорово, по-настоящему здорово. И это очень хорошая музыка. От человека, которого не ожидал, я прям низкий поклон ему. И Антону за то, что он все это сделал. Вот Антон, он не только гитарист, он еще и продюсер, а еще на барабанах играет. Так что Антон Хабибулин. Александр Кульков на барабанах играет. Александр Кульков. Наверное,
один из лучших уходящего лета барабанщиков. Что я сказал? Сергей Гейр, бас-гитара. Сергей Гейр, бас-гитара. Тут нечего сказать. Лев Трофимов. За себя может все сказать. Антон Хабибулин. И мы переходим. И мы переходим к танцевальной части нашего карнавала. Здесь нужна ваша активная поддержка. Любая. Крики, хождение, шевеление стульями. Чувствуйте себя раскрепощенно. Мы будем играть весело, громко и долго. Так что для того, чтобы вам было комфортно, пейте больше. Чувствуйте себя более раскованно. Мы начинаем. We'll be right back.
Спасибо. И сейчас мы, как говорится, создадим року в этой дыре. Сергей, простите. Сергей, вот он, владелец этого клуба. Он нас покидает после этой фразы, видимо. Сейчас мы сыграем несвойственную нашему стилю композицию, которой нет названия, но она нам очень нравится.
большое, что вы сегодня здесь с нами были. Антон Кабибурин, гитара. Антон Кабибурин. Александр Бульков, барабан. Александр Бульков. Сергей Гель, бас-гитара. Сергей Гель. Лев Трофимов. Лев Трофимов. Лев Трофимов. Меня зовут Николай Моисеенко. Все вместе мы на Project, и мы с вами обязательно увидимся в сентябре, да? Все отпуска закончатся, и с новыми силами к нам придете. Огромное вам спасибо, что вы сегодня здесь были. Очень классные. Спасибо. Еще раз вам спасибо. До новых встреч.